спортсмена. Это такое благо, которое запоминается на всю жизнь. Это гордость нашей школы, выпускники. Поэтому тех, кого я уже назвала, я сейчас других поставлю. Ирина Ранцева, женская пара, участница чемпионата СССР. Просьба показывать его, чтобы мне не видно, чтобы вас видели все. Александр Барков, участник чемпионата мира и Европы. И огромная благодарность за это.
нашим тренерам, нашим учителям. Светлана, продолжишь? Я хочу, чтобы мы все вместе поаплодировали. Пошли по жизни с высоко поднятой головой. Юбилей – хороший повод пожелать
щоб жизнь не прятать улыбки и душой не стареть никогда. Коллективу, тренерам и деньгам благодарны за терпение, труд, за самоотдачу их и веру, что любовью с мастерством зовут. Мы вас любим, мы вас помним, сил, энергии, свершений, жизненных побольше сил, больше ярких вдохновений, и здоровья, и удачи, и успехов, много-много, так что не объять, и воспитанников, чтобы достойно, за достоинство и честь могли стоять. Спасибо вам большое. И от имени всех выпускников мы желаем, чтобы тот огонек, который был зажжен этой группой энтузиастов, в самом хорошем смысле этого слова, никогда не гас, чтобы молодые и новые поколения тренеров его подхватывали, раздували и несли дальше в будущее. Ура! Низкий поклон нашим тренерам.